Добрый день, это Кит Финанс и серия роликов об использовании нового личного кабинета. Данный ролик посвящен альтернативному способу входа в личный кабинет на случай, если вы не получили письмо с приглашением в личный кабинет. Переходим по ссылке. Нам нужно выбрать способ войти по номеру телефона. Он у нас сейчас уже обозначен. Нужно ввести номер телефона и нажать на кнопку «Восстановить пароль». Далее нужно ввести адрес электронной почты, который вы используете. И нажать на кнопку «Выслать новый пароль». Инструкции будут направлены на вашу почту. Давайте проверим ее. Переходим в письмо и кликаем на «Восстановление пароля». В этой форме вам нужно придумать пароль, либо сгенерировать его. Придумайте свой пароль. Обратите внимание, что он должен содержать не менее 8 символов, включая буквы разного регистра и цифры. Затем, чтобы установить пароль, нужно подтвердить его кодом, который будет направлен на ваш номер телефона. Кликаем «Получить код». Кликаем «Изменить пароль». Вам теперь доступна форма авторизации. Здесь вы можете авторизоваться, соответственно, по номеру телефона с тем паролем, который только что установили. Вы также можете дополнительно проверить, что вам пришло письмо о том, что вы изменили пароль в своем личном кабинете. Вот оно у нас попало в рассылки. И мы видим, данные для входа изменены. И видим информацию о том, что мы изменили пароль. Можно перейти в личный кабинет отсюда, но мы вернемся на форму авторизации. И введем здесь пароль, который мы установили. Таким образом, мы попали в личный кабинет, и далее мы можем использовать установленный пароль, либо можем его также поменять. Спасибо за внимание. До новых встреч!